Всем здравствуйте! Сегодня вас ожидает классный обзор из магазина Fix Price, адрес на экране. Потрясающие сегодня новинки, садитесь поудобнее, давайте вместе их разглядывать. У входа встречает сразу меня сакура, посмотрите, какая красота. Висит, правда, опознавательных знаков нет, три оттенка. Есть однотонная розовая, есть такая пестренькая, желтенькая, очень красивые веточки. Цены нет, поскольку только-только повесили. Сегодня фикс прайс с японскими нотками. Вот такие стаканчики привезли. Это уже кухонный отдел. Сакура и рисунок сакура. Сделаны они из стекла. И сделаны в России, в городе Гусь-Хрустальный. Скорее всего, будет целая серия. Вот в этом магазине еще тарелочки нашла. Стекло гладкое, простое. Но рисунок нанесен достаточно четко. И такой матовый рисунок. Вот такая тарелочка, диаметр ее 25 сантиметров. Цены также нет, но я думаю, что недорого будет. Посмотрите, вот так они вместе со стаканчиками смотрятся. Вот такая серия интересная. Рядом кружки. Объем кружки 650 миллилитров, большие. И три разных цвета, и три разных надписи. Сделаны из фаянса. Авторы решили мысль заложить в каждую надпись. Посмотрите. Внутри она однотонная, такого же цвета и глянцевая поверхность. Цена 124 рубля. В последнем обзоре показывала стаканы из этой серии. Теперь появились салатники объемом 550 мл в составе боросиликатное стекло. Три разных рисунка на выбор. Олени, такой размытый, и салют. Цена за такой салатник 149 рублей. Еще одна новинка – набор банок для специй с магнитным дном на подставке. Произведено в Китае. В составе нержавеющая сталь и полиэтилен терефталат. Из него сделана прозрачная вот эта основа сверху на крышечке. И это вообще пластик, который используется в пищевой промышленности. Он безопасен для здоровья человека. Цена 199 рублей. Такая вещица точно пригодится на любой кухне. Это подставка под горячее. Сделана из нержавеющей стали и термопластичного эластомера. Вот так выглядит на кухне. Эластомер трех разных цветов. Серый, бирюзовый и черный. Цена не указана. Появились формы с замком и антипригарным покрытием. Вот эта форма в виде сердечка. Красивые, в составе сталь. И второй вариант квадратная с закругленными уголочками. Тоже есть замок. Рисунок был только такой. Цена 149 рублей. Друзья, в хозяйственном отделе появилась панель 3D самоклеящаяся для отделки стен, потолков и мебели. В комплекте 4 штуки, размер 29 на 29 сантиметров. Видите, она так и даже вот эти камушки, вот реально 3D, такая выпуклая поверхность. Сейчас запущу руку, посмотрю, может быть, еще какой-то есть дизайн. С камушками мне понравилось. Интересное. Смотрите, вот еще вот такие есть бело-черно-серый цвет. И на поверхности едва заметные золотистые прожилки. В составе панелей ПВХ, пенополиэтилен, клей на каучуковой основе и целлюлеза. Страна производства – Россия. Комплект из 4 штук стоит 199 рублей. Друзья, выбираем страховую компанию правильно. Такая компания должна быть с опытом более 30 лет и широким спектром страховых услуг, включая защиту здоровья, имущества, авто и других сфер жизни клиентов. Со страховыми полисами от 75 рублей. С возможностью оформить ДТП в приложении. На это уйдет 10 минут и не нужно ждать инспектора. Все это о страховом доме ВСК, где оформить страховку сейчас можно с 17% скидкой. Для этого переходите по ссылке, оставляю ее в описании под видео. Авторизуйтесь и в профиле вводите промокод. Он даст скидку 17% на медицину без границ, несчастный случай, телемедицину, КАСКО, имущество и путешествия. Промокодом можно воспользоваться в каждой категории, если у вас ранее не было в ней страховки. Оставляю ссылочку и промокод в описании. Скоро ведь день влюбленных. Вот и полотенчики вафельные подоспели на эту тему. Здесь и котята, и какие-то зверята. Все с сердечками. Посмотрим. Полотенец размер 45 на 60 сантиметров. В составе 100% хлопок. Цена не указана. Одна из моих покупок сегодня – это вот такая складная расческа. Решила прикупить для своей маленькой сумочки к Роузбоди. Четыре цвета на выбор. Стоит 99 рублей. Мне показалось, что она немного хлипкая.
органайзер для косметики и аксессуаров в такой форме двойного стакана. Цвет белый и серый, цена 199. А это квадратный с крышкой органайзер для косметики и аксессуаров. Черный и серый цвет, наличие 199. Рядом контейнер для косметического мусора прямоугольной формы. Сделан очень аккуратно. Нашла три цвета на выбор. Белый, серый и черный. 299 рублей. Владелец декором. Отличная новинка. Ящик декоративный, двухсекционный. Стильное и оригинальное решение для хранения продуктов или различных мелочей. Имеет удобную ручку в составе фанера и краска. Вот этот ящик, он из необработанного дерева, а вот этот белый, покрашенный белую краску. Тоже с птичкой рисунок. Цена 249. Ящик декоративный узорный, размер 30 на 20 на 10 см. Также подойдет для хранения разнообразных мелочей в составе фанера. Также производитель Россия, цена 249. Друзья, если нравится обзор, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите также на мой Дзен-канал, туда я публикую обзоры в первую очередь, а потом уже на YouTube. Перемещаемся с вами в отдел с уходовыми средствами. Здесь много интересного. Новинка для спа-процедур. Соль для ванн магниевая, английская. Три варианта я нашла упаковки, но написано все одно и то же. Способствует укреплению иммунитета и восполнению дефицита магния. Обладает антистрессовым эффектом. Расслабляет мышцы, нормализует сон. Будьте внимательны, есть противопоказания. В упаковке 500 грамм, цена 99 рублей. Новые масочки от Флорисан, вот это против старения для лица и шеи, омоложение и эластичность. В составе гиалуроновая кислота, витамины А и Е и экстракт ламинария. Как пользоваться на обороте написано, в упаковке 10 саше по 15 мл. Второй вариант — антистрессовая маска, релаксация и восстановление. В составе вулканическая глина и масло апельсина. В упаковочке также 10 саше по 15 мл. И третий вариант — маска скульптор лифтинговая, тонус и регенерация. В составе экстракты морских водорослей, миндальное и кокосовое масло. Такая маска скульптор также в саше. Упаковка красного цвета. Цена 79 рублей. Кто уже попробовал, напишите, пожалуйста, в комментариях. От казанского производителя Parly появился новый шампунь. Восстановление с ламинирующим эффектом. Шампунь профессиональный, мягко очищает волосы и предотвращает их ломкость. В упаковке 450 мл. Есть и второй вариант этой серии. Кератиновый шампунь для тонких и жирных у корней волос. Черный флакон, есть дозатор. Шампунь бережно очищает и восстанавливает волосы, усиливая их естественную красоту. Объем 450 мл, цена 124 рубля. В бытовой химии новинка — гель для стирки детских и деликатных тканей вместе с кондиционером. Объем 1,2 литра, цена 99. Коврики привезли в ванную комнату. Вот такие интересные, пестрые, такой серый с белым, симпатично смотрится. Размер 80 на 50 сантиметров. В составе полиэстер. Антискользящего покрытия нет. И однотонный такой темно-серый. Цена 299. Здесь же в бытовой химии отбеливатель и пятновыводитель Supreme появился. В упаковке 500 грамм. Между прочим, цена гораздо дешевле, чем, например, в Магнит Косметик, 99 рублей. Чистин выдал новинку, такой кислородный очиститель, средство для всего. 400 грамм, 99 рублей. А в голубой упаковке отбеливатель, биоактив с активным кислородом. Справляется со сложными пятнами за 30 минут. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, кто уже покупал такой чистин. Вот описание и состав для любопытных. Можно остановить видео и прочитать. 400 грамм, 99 рублей. В хозяйственном отделе упаковка перчаток хозяйственных, 50 штук. Подойдут для хозяйственных целей, на даче, на огороде. Вот так они выглядят. Тоненькие перчатки. Упаковка стоит 199 рублей. В детском отделе отличная новинка — набор для творчества «Сумочка». Развивает творческое мышление.
терпение, усидчивость. Посмотрите, что входит в комплект. Здесь все, что нужно для изготовления такой красоты. И несколько вариантов есть таких зверушек, вот лисенок. Вот слева я не поняла, кто это, медвежонок, собачка. Цена за набор 249 рублей. А это развивающая и познавательная игра «Деревянные дорожные знаки». В наборе 11 дорожных знаков, заправочная станция и знак аварийной остановки. Эту игру можно сочетать с игрой в машинке и заодно изучать правила дорожного движения. Для мальчишек самое то. Цена за такую игру 149 рублей. У входа, он же выход, здесь два стенда к дню Святого Валентина и к 23 февраля. Я их показывала, все эти новинки, в прошлых обзорах. Из новенького поставили вот такие копилки жестяные. Несколько дизайнов на выбор. Они такие с двумя дырочками. Цена не была указана. Вот такие еще коробочки появились. Они трехцветные, прямоугольные. Объем 920 мл такой банки. Цена тоже не была указана. И дизайн только вот такой. Вот таких еще подарочных ящичков не было ко дню всех влюбленных. Они тоже из жести. И два дизайна на выбор. С пчелками, сердечками, голубями. Цена 116 рублей. Друзья, на этом свой обзор заканчиваю. Всем огромное спасибо за просмотр. Всего доброго, всего хорошего. До следующего видео.